Ребята, меня зовут Марина, я из города Братска Иркутской области. Я хочу сказать, что гитарная школа у моря в Феодосии — это просто супер. Я немножко умела играть, но не верила, что можно переучить человека, который играл совершенно неверно. Но я была свидетелем того, что люди играют с нуля. И действительно у них получается, они играют первые песни. Я просто благодарна этой школе, организатору Николаю, его всем тем, кто ему помогает. Вообще очень все классно. Ребята, пробуйте, начинайте, верьте в себя. Спасибо.